Милый, милый котик, я иду по дороге. А, скоро конец света, мы все умрем, нет! Мы все умрем, не хочу умирать! Конец света, я знаю, скоро мы все умрем, 24 часа! Ты что, собака? Понимаешь, мы все умрем, ты понимаешь, ты почему радуешься жизни, мы все умрем! Ты что, совсем с ума что ли сошла, собака? Какой конец света? Нет, мы все умрем! Я знаю, мы все умрем! Почему? Чего ты взяла? Ну, конец света, все! Мир взорвется, понимаешь, у нас всего 24 часа, чтобы сделать все, что мы хотели в этой жизни! Все, 24 часа? Это что, все через 24 часа все взорвется, все конец света? Все взорвется! Дебил, не понимаешь, что взорвется! А ты уверена в этом, собака? Откуда ты взяла? Я знаю, я весь некрок. Мы умрем! Твою мать! Нет! Твою мать, я не хочу умирать! Нужно срочно бежать к собаке Игорю! Твою мать, какой конец света, мы только, с собакой играем, тут начали выживать на этой мусорке. Ребята, если что, всем привет, а меня зовут Киса Жека. Вот, я, конечно, вообще не понимаю, что происходит, но раз-то собака сказала, что конец света, нужно срочно собирать манатки и говорить об этом Игорю. Не забывайте, если вы видите Кису Жеку, то нужно сразу ставить лайк. Вообще, видите котика? Ставите лайк. Не видите котика? Не ставите лайк. Ну, все как всегда, короче, вот. Гусеница, улитка, ты что совсем сумасшедшая? Тут скоро конец света. Где этот тигр? Где эта собака Игорь? Игорь, собака, мяу, мяу. Тут капец, понимаешь, собака Игорь. Я видел другую собаку, она какая-то сумасшедшая была. Но она сказала, что через 24 часа будет конец света, ты понимаешь? А если тебе скажут, что с крыши надо упрыгнуть? Ой, кот, ты, конечно, со своими... Нет, ты понимаешь, это не просто собака, это вестник. О, петух! Петух, Сара! Ты не понимаешь, насколько все серьезно. Она сказала, что у нас 24 часа, чтобы выжить, ты понимаешь? 24 часа, чтобы собрать какие-то наши вещи и выжить, понимаешь? Нет. Подожди, давай, вот, понимаешь, через 24 часа все нахрен, понимаешь, взорвется, и мы все умрем. Да? Да! Ты понимаешь, да! Я не хочу умирать! Вот именно, поэтому смотри, я должен сделать фотографию напоследок. Вот, вставай. Стой, гномиком фотографию. Ага, гномиком, давай, за гномиком, вот так. Типа, вот так. Оп! И все, сохранил. Смотри. Слушай, собака Игорь, ты не знаешь, может быть, тут какой-нибудь магазин рядом есть, в котором мы можем, не знаю, какой-то еды можешь своровать. Нам нужно припасы, понимаешь, 24 часа, быстрее. Так нам есть еда на 24 часа, зачем нам еще еда? Нет, ты понимаешь, что через 24 часа все взорвется, а мы с тобой спрячемся на мусорке, нас не взорвет, и мы будем с тобой тупо жрать. Да? Да. Где же можно взять еду? Так, ну у меня есть вариант. Возле супермаркета. А какой супермаркет? Ну там очень мало будет еды, нам нужно побольше еды, понимаешь? Конечно. Подожди, ну пойдем там к супермаркету, пойдем, показывай, где он, ты же там шаришь, ты же там был, давай. Где? К какому супермаркету? Который Пятерочка? Да. Так когда он там, он там. Пойдем, быстрее, 24 часа, ты понимаешь, у нас, наверное, уже очень мало осталось. Быстрее, я за тобой бегу, подожди. Где, петух? Мяу. Пойдем. Я пошипел на петуха, быстрее. Но мы тут много еды не возьмем, потому что люди не так часто ходят. Подожди, должны проверить. Пойдем, я аккуратненько сейчас посмотрю. Нифига себе, вот это мотоцикл. Ну вон, видишь, там есть люди. Слушай, мне кажется, это будет плохая идея, если мы туда зайдем и эти люди нас заметят. То что? О, муха. Смотри, если эти люди нас заметят, они нас заберут куда-нибудь в питомник, нам нельзя туда идти. Подожди. Я... Подожди, я где-то, слышишь, собака Игорь, я где-то тут рядом видел еще один магазин, он Перекресток назывался, вроде как-то так, и он еще не открылся, и там, наверное, нету людей, он еще в стадии строительства, понимаешь? О, так мы можем туда залезть. Да. Как настоящие воры. Да. И, как... короче, сделать план ограбления. Да, как шпионы. План ограбления, нам нужны маски, нам нужно оружие, нам нужен гранатомет.
Не-не-не, да, мне кажется, ты просто можешь говорить, пошел нахрен, ну ты понимаешь, пошел да? Нахрен, вот нахрен. Так, да, вот так вот. Слушай, собака Игорь, вроде бы где-то вот здесь вот должен быть этот перекресток. Я, конечно, не помню, но я вот где-то видел здесь, что какая-то стадия строительства была. Машины, машины. Вот, смотри, вот он перекресток. Смотри. Перекресток. Действительно, перекресток. Угу. Подожди, тут видишь, тут все заколочено, а как мы войдем? Вот так. Тут нет, ну тут дверь, видишь, заколочена. Так, я сейчас все придумаю. Так, нам нужно. Подожди, как... может какой-то черный вход есть, я не знаю, какой-нибудь. Может сзади, давай посмотрим сзади. Так, смотри. Ход. Смотри, вот тут вот есть запасной выход. Ты видишь, да? Да. Нам нужен план. Смотри, здесь я вижу какого-то охранника. Охранник, видишь, охранник? Охранник. Подожди, нам нужен план. Слушай, мне кажется... Нет, какой план? Я знаю план. Ну? Я отвлекаю охранника. А ты? Ты видишь, короче, ключ от запасного выхода. Да? Хорошо. Давай. Ты отвлекаешь охранника, я быстренько забегаю. Пошел нахрен. А уводи его оттуда. Уводи, я не смогу забежать, уводи его. Пошел нахрен! Я забегаю! Ключ! Не вижу! Нашел! Карточка от магазина! Все, беги! Собака Игорь, беги! Сюда! Игорь, собака Игорь, я у меня в магазине! Я бегу! Открываю дверь, открываю! Забегай! Все, так. Тупой охранник. Так, походу мы с тобой уже внутри. Ну чё, пойдем? А если там еще один охранник? Ну ты тогда его вырубишь. У меня есть бивень мамонта, как думаешь? Мы его подкупим бивнем мамонта. Ну да, я думаю, бивень мамонта очень даже дорогой. Так, тихо, аккуратненько заходим. Та-дан. Смотри, тут часы! На часах, у нас мало времени, короче, осталось, понимаешь? Времени мало. Что делать? Нужно искать еду. Подожди, этот магазин, он еще не достроен. Поэтому нам нужно найти какую-то еду. Возможно, она здесь есть где-нибудь по-любому. Уже что-нибудь завезли. Что-нибудь куда-нибудь. Мы в корзинках что-нибудь. Ты посмотри. Ты ж собака, давай унюхай. Я тоже буду нюхать. Я ничего не... Что ты хочешь? Бейся головой. Мы разобьем эту штуку. Давай. Мне кажется, это так не работает. Я что-то унюхал. Что унюхал? Что-то здесь пахнет чем-то. Подожди. Где? Я вот тут унюхал. Смотри, тут есть склад. А я унюхал карточку от склада. Где? Вот здесь. Где? Вот не вижу. Здесь. Где эти? Где? Где-то здесь карточка. Подожди, я смотрю. Вот она! Карта от склада! Пойдем, быстрее! За мной! Так, ну что, давай ты открывай. Держите карточку. Так. Давай. Все, поехали! Смотри, тут есть холодильник! Не, ну в холодильнике какая-то человеческая еда, нам такое не нужно. Да, закрываем холодильник. Так, хорошо, подожди, закрываем. Так, а что тут у нас вот здесь? Тут тоже так, тут в этом холодильнике арбуз. Тоже... Арбузы. Ты ищи какую-то, смотри, время истекает, понимаешь? Время идти за едой, понимаешь? Где еда, твою мать? Какой Китикат? Китикат это мне, это мое, это мои хозяева кормили Китикатом. О, Китикат, вот, забирай все нахрен, забирай. Так. А вот он, да, Вискас тоже забирай, все забирай. Нам нужно больше еды, как можно больше еды. А тут что у нас? Смотри, это как же за тебя наверху там. О, педигри, это я возьму. Так, давай, забирай свой педигри. Так, арбузы, это мне не надо. Что у нас тут? Тут какая-то штука непонятная. Это все не нужно. Вот это что такое? Ты не хочешь такое попробовать? Я смотрю, но как-то она... Пахнет невкусно. Смотри, попробуй. Вот за тебя вызволяется. Что это? Ихлобрух. И что это? Не знаю. Говно, похоже на мою игрушку. Вот давай, ты будешь... Это твоя игрушка новая. Все, играй с ней. Подожди, тут хлеб. Ты хлеб ешь? Нет, хлеб говно. Ой, вот еще Вискас и педигри. Забирай свою педигри, я забираю Вискас. Так. Слушай, ну вроде бы мы тут до хрена уже еды собрали. Мне кажется, нам этого должно хватить или нет. Тут есть редиска, буряк, смотри, буряк. Это говно какое-то, человек. Опа, педигри еще нашел. Да, забирай, педигри.
Кого? Ешь педигри. Не, я ем только вот Вискас и Китикет. Понятно. Слушай, ну все, у нас времени мало, нужно быстрее бежать на мусорку, нужно быстрее бежать на мусорку. Ключ у тебя, да. давай, открывай, да. Открывай. Быстрее. Побежали, сейчас у нас будет это конец света, апокалипсис, понимаешь, нужно бежать срочно. Итак, я открываю. Выбегаем, беги, беги, охранник, беги, все, бежим на мусорку, все. Бежим, быстрее. Короче, где будем прятаться? Подожди, фоточка, обязательно, фоточка, на фоне чего? Нужно срочно сделать предсмерт. Ай, отдай фотик. Так, ага. Так, на фоне чего тебя будем фоткать. Вот, с мухами. Хорошо, так, с мухами. Так, подожди. Ага, приближаю. Так, вот так, отдаляю. Опа, вот так. И... Нет, не сфоткал, подожди. Так. Опа. Сохранил, подожди, нужно быстренько распечатать, пока не это, пока конец света не наступил. Так, сейчас, погоди, где там эта фоточка? Так, вот на фоточка с гномиком, распечатал. А еще фоточка с этим, с мухами, смотри. Клею. Слушай, это просто жесткая фоточка. Гном. Так, погоди, а теперь уже идут наверх. Опа! Это с мухами. Класс. Так, ну слушай, ну все, давай сидим и ждем конца света, все, сидим. Давай сидим. Сидим. Подожди, гномика поставлю. Подожди, по идее, вот сейчас уже должен быть конец света, вот сейчас должен взорваться. Ждем. А что не взрывается ничего? Не знаю, мне кажется, лайков мало поставили. Да, лайков мало поставили, надо поставить побольше лайков. Ну а что не взрывается-то? Непонятно. Ну, может быть, там что-нибудь взорвется? А? Может, собака дезинформировала нас? Твою мать, так точно же, она же психанутая какая-то была. Она шизофреник, это собака шизофреник. Твою мать! Ну пипец, это что, мы просто так собирали еду, что ли? Почему просто так? Ну хотя да, у нас теперь будет с тобой много еды, много Вискаса и Китикета, а еще ты его... Фу, гадость, педигри, да. Да. Слушай, а ты в курсе, нам свалку хотят снести? Я как раз в курсе, но мы что предотвратили с тобой, мы молодцы. Ну да, мы молодцы. А если вы хотите посмотреть, как мы предотвратили снос нашего дома великолепного, то посмотрите видео собаки Игоря. Там такая жесть была, просто капец. Вот, да, поэтому посмотрите видос собаки Игоря, вот появился видосик. Вот, я спать пошел, все, пока. Пока. Кошмары снятся, ё-моё, туда-сюда.